Получить деньги и поддержку наставников для реализации своих бизнес-идей. Такая возможность есть не только у предпринимателей, но и у тех, кто не имеет такого статуса. Реализовать свои задумки можно в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Будут выбраны 10 финалистов, которые уже переходят во второй этап, в котором будут дорабатываться заявки, упаковываться бизнес-идеи. И на выходе мы получим нескольких победителей, которые получат ценные призы. Проект дает шанс продвинуть новаторские идеи новичкам. Опытным предпринимателям помогут продвинуть и перестроить свой бизнес, вывести компанию на новый уровень. Для этого предусмотрена менторская поддержка в рамках программы «Бизнес-наставничество». В этом случае предприниматель может сам выбрать себе наставника. Это может быть успешный предприниматель из аналогичной сферы деятельности, да, такой же, как у предпринимателя. Это может быть представитель инфраструктуры поддержки предпринимательства, региональных органов власти. И даже не обязательно привязка к региону. Возможно, это будет представитель федерального уровня. Принять участие в проекте может любой желающий старше 14 лет. Кстати, школьникам в этой программе уделено особое внимание. В игровой форме старшеклассникам расскажут об основах предпринимательства и финансовой грамотности. Подобное мероприятие уже проводилось в Сарове в феврале этого года и получило большой отклик у юных саровчан. По словам Евгении Калачевой, Департамент образования и Департамент по делам молодежи и спорта уже прорабатывают возможности привлечения к проекту школьников. Ребята смогут понять, как можно свою идею оцифровать, просчитать, каким образом и где можно найти финансирование, каким образом можно просчитать свои будущие доходы, продвигать свой бизнес, чтобы остаться на плаву и реализовать свой проект максимально эффективно. Завершающим мероприятием проекта станет форум, в котором примут участие спикеры российского и международного уровня. Участие в проекте популяризации предпринимательства бесплатное. О сроках подачи заявок, времени проведения вебинаров можно узнать на официальном портале mybiznn.ru. Справочную информацию можно получить в колл-центре «Мой бизнес» по телефонам 8 800 301 2994 и 8 800 201 5280. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.